Сергей Есенин преодолел путь от простого деревенского мальчика до самого известного хулигана России. Его поведение многие находили вызывающим и эпатажным. Его стихи – особая страница русской поэзии. Он всегда был сам по себе, бунтующий, страстный, с огромной душой нараспашку. О человеке-загадке с трагической судьбой Сергея Есенина нам расскажет журналист канала «16» Ирина Вышегородцева. С творчеством Сергея Есенина я, в принципе, знакома давно, еще со школьной скамьи. Но так рьяно начала читать стихи, я, наверное, когда уже училась в университете. Сергей Есенин – выдающийся поэт 20 века, знаток народного языка и народной души. Сергей Есенин предстает перед читателем как тонкий лирик, как мастер пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любящим свою страну. Его поэзия пропитана самобытным и необычным слогом. Его стихи читают на протяжении уже 2 столетий. «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Пахнет яблоком и медом. По церквям твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мягкой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Ни для кого не секрет, что Сергей Александрович был любитель женщин и покоритель сердец. И, конечно, он написал множество произведений, посвященных именно женщинам. Вы помните? Вы все, конечно, помните. «Как я стоял, приближившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел – катиться дальше вниз». Стихи Сергея Есенина могут понять все, от мала до велика. Главное – как. Главное – как преподают литературу в школе. А все же зависит от преподавателя. То есть, да, какие он дает произведения детям. Все же мы знаем самое знаменитое, наверное, произведение «Белая береза под моим окном». Его знают все, и я считаю, что знакомство с творчеством Сергея Есенина начинается именно с этого стихотворения. В школьной программе мы читаем только несколько, да, произведений Сергея Есенина, а уже более во взрослом возрасте, когда ты берешь книгу, ты понимаешь, что здесь открываются совершенно другие, другое понятие. Понимаешь замысел, да, который вкладывал автор в эти строки. И иногда кажется, когда ты читаешь стихотворение, как будто ты находишься рядом с ним, как будто вот он сидит перед тобой, пишет это стихотворение. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье с золотом охваченное, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком, и страна березового ситца не заманит шляться босиком. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть». Сборник Сергея Есенина. Рекомендую.